Захожу на цель. Да, сэр. Выполняю боевой заход. Сейчас прицелимся получше. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Выполняю боевой заход. Чего? Получи, получи! База на связи. Принято. Вас слушаю, сэр. Вас слушаю, сэр. Атакую. Отлично. Теперь надо поспешить. Могут быть непредсказуемые последствия. Ясно. База готова и ждет указаний. Опс, у нас гости. Привет, звездные волки. Я рассчитывала вас здесь встретить, но не ожидала, что вы привезете мне звездный молот предтеч, как вы говорите, на блюдечке с голубой каемочкой. Люди, вы никогда не избавитесь от шаблонного мышления. Глупо было бы бросать умирать такую безупречную военную машину, как берсерки. Я просто взяла нити управления, которые после уничтожения мейнфрейма остались без хозяина. Сейчас я их усиленно оптимизирую. После выполнения своей миссии я начала задумываться о смысле жизни. Я летала с вами, чтобы лучше понять человеческую природу. Я навестила тайную императорскую лабораторию, чтобы взглянуть на тех людей, которые, дав мне жизни самосознание, обязали меня умереть. Они оказались настолько убоги, что я передумала их убивать. Я осознала, как устроен ваш мир и как устроена наша галактика. И я поняла, в чем мое настоящее предназначение. Моя цель – упорядочить и усовершенствовать эту нестабильную структуру, которую вы называете Вселенной. И первый шаг на этом пути – это получение божественной власти. Власти над человечеством и власти над чужими. Вам в нем места нет. Вы Эл? Это была неплохая попытка взлома нашего бортового компьютера, но безрезультатная. Я неплохо поработал над системой безопасности. Это ничего не меняет. А чтобы развлечь вас напоследок, я приготовила небольшой сюрприз. Атакуйте их! Задача выполнена. База на связи. База на связи. Зарегистрированы повреждения обшивки.
Атакую. Ха! Поджарил его! Уноси готовенького! Атакую. Минус один. Понял. Слушаю. Слушаю. Захожу на цель. Минус один. Сейчас, сейчас. Один готов. Атакую. Сейчас, сейчас. Захожу на цель. Один готов. Вижу цель. Атакую. Атакую. Я подбит, я подбит. Принято. Я подбит. Я подбит. Слушаю. Вижу цель. Подстрелили, малость. База на связи. Вижу цель. М?
цель. База на связи. Целеуказание принято. База на связи. Орудие к бою. Похоже, попали. Думаю, стоит отступить, перегруппироваться. База готова и ждет указаний. Серьезные повреждения. База на связи. Похоже, Эл не оставляет нам выбора. Самое время воспользоваться мощью звездного молота. Призрак, ты можешь управлять его вооружением? Могу, но... Так стреляй! Но тотальные разрушения, которым подвергнутся... Если ты не выстрелишь, то тотальному разрушению подвергнемся мы! У нас есть минута, чтобы добраться до портала. Победа близка. Обновленная империя готова вновь возродиться в своей незыблемой мощи. И не бездушные машины, не алчные корпорации, не злобные чужие не смогут устоять перед новым оружием императора, возрожденным наследием предтеч.
военное положение, объявленное императором для борьбы с чужими, никогда не будет отменено. Высшие эшелоны власти будут, наконец, очищены от продажных и неспособных чиновников, и их место займут те, кто действительно верен долгу и императору. Ветераны, закаленные в сотнях сражений. Не так ли, адмирал?